разы определяли самую спортивную семью среди полицейских. Сотрудники областного ДВД вместе с супругами и детьми состязались в 9 нелегких, но очень веселых конкурсах. Основной груз ответственности, как всегда, лег на пап. Им пришлось бегать в мешках, забивать голы с короткой дистанции и, конечно, быть главными в перетягивании каната. Победили в результате дружба и любовь. Взрослым вручили ценные подарки, ну а детям – мороженое. Лица маленьких спортсменов сияли от счастья, ведь они тоже внесли свою лепту в общую победу. Это наш джекпот. Как говорится, моя семья – это моя родина. А за родину нужно всегда бороться, защищать ее.